канал МХТВ. Мы сейчас продолжаем свое путешествие в Чикаго. В принципе, у нас нету каких-то определенных целей. Мы здесь, мы просто вот ездим катаемся по достопримечательностям. Да, вот побывали, где побывали, около Миллениум парке, посмотрели на Буб. Потом на набережной погуляли, съездили в Эскасл, покушали. А теперь едем в какой стадион? Сейчас мы едем в стадион Cubs. Это по бейсболу. То есть он как бы считается одним из мест, которые нужно посетить. Мы, в принципе, как бы недалеко находимся, поэтому мы решили съездить. Мне кажется, я его уже впереди вижу. А я впереди вижу даунтаун города. Да, не даунтаун. А какие-то небоскребы тоже? Вот этот стадион, по-моему, есть. Вот, кстати, можно, вот определительная, как бы, черта такая вот сразу в глаза бросается. Чикаго, да, вот что оно из себя представляет? Оно из себя, в принципе, представляет, что вот такие улочки, одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую сторону, да, там по бокам припаркованные машины и дома. Дома, они узкие и идут вверх. Да. То есть, к примеру... Не небоскребы. То есть вот, вот сами домики, вот где люди живут. Видишь, они узкие и вверх идут. То есть, но они трехэтажные, четырех. Два-три этажа. А потому что им по-другому никак. То есть... Ну, это в городе. За городом, наверное, другому. Ну, за городом есть и нормальные дома, да. Тут вот он этот стадион. Слышите, говорю, вот он этот стадион. Чикаго Капс? Да, Чикаго Капс. Ригли Филд. Мы приехали. А, да, только вот... А как мы его будем смотреть? Тут еще пускают? Не, ну, туда-то мы вряд ли попадем. А вот хотя бы вокруг него проехать. То есть, очень знаменитое место, на самом деле. А чем оно знаменито? Ну, тут здесь бейсбол проходит? Да, здесь выступает команда. А вот этот Чикаго мультик Капс про биту, это здесь было? Да, да, вот плохой, как бы отрицательный герой этого, он как раз-таки выступает за Чикаго Капс. А вот этот мальчик и команда, за которой он как бы там вот, это Нью-Йорк Янкис. То есть один из игроков Чикаго Капс, он украл вот эту биту. Ну, в общем, такой как красивый вот этот стадиончик. Может быть, вокруг него сейчас проедем, если будет возможность. Ну, кстати, вот... Чем, может, припаркуемся где-нибудь? И походим? Да думаешь, нас внутрь пустят? Не, ну внутрь нет, но... Давай лучше тогда поездим. Ну давай, посмотри, какой агрегат есть. Вау! А, эти. Вау. Как он называется? Пилот? Не, не пилот. Спрут. А, спрут? Спруты вот эти поехали? Четыре штуки сразу. Они на спрутах катают. Спрут, они что-то растянулись, блин. Я думаю, что я проеду. Ты так хорошо рассказывал, тебя спрут сбили. А, да, ну, в общем... Ну, в общем, Чикаго вообще большой город, и много здесь... Третий по величине в Америке. Это так рванул. И много этих... Какие-то сооружения. Много спортивных команд. Вот Чикаго Капс, Чикаго Бирс, Чикаго Буллс. То есть... Ну что, вокруг стадиона поедем? Скульптура какая-то идти? Ну да, сейчас вокруг стадиона. Может, это кто такой? Это не знаю. Let me hear... Чего-то? Три, что-то такое. Ну вот здесь вот как бы билеты паркуют. Кстати, вот интересно, очень такая приятная дорога. Дорога вот даже, вот, я понимаю, что это не суперский район, это где-то, наверное, как бы, как сказать, как это, отшиб может быть. Но вот... А как это место называется? Какой-то Виль?
нам бы, честно, нужно где-то остановиться и понять, какой у нас следующий маршрут. Следующий маршрут. Нужно подумать, куда мы дальше поедем. Потому что... Тут черный район, что ли, непонятно? Это что такое? А слайдер, если... который... А если им не понравится, что я их снимаю? Может, ты едешь? У нас тоже столб. Мы тоже стоим. Они сюда приехали, запарковались здесь? Не знаю. Здесь тусовки всякие вон. Люди в очередь стоят в какой-то ночной клуб войти. Дресс-код проходят. Фейс-контроль проходит. Там в основном... Вот этот стадион. Я его хоть сдаля сниму, а то сблизи мне не попадал вообще в этот, в объектив. Я сейчас окошко открою и поснимаю. Вот он стадион. Капс. Когда скорости нету, то и шума тоже нету. Это снаружи, а как внутри, мы не знаем. Да, внутри точно вряд ли кто-то сейчас пустит нас. Ригли, Филд Капс. Ну, когда мы едем, я, конечно... Здесь тусовка какая-то. Это ночные клубы, что ли? Наверное, да. Чикагские ночные клубы снимаем. Случайно. Мы сюда попали. Кларк. Кларк. О, Димон Америка ТВ проезжал. Зажал так, как Димон делает. Так как мы не привязаны к гостинице, то мы можем, в принципе... Летим куда хотим. Да, вау. Скажи, какой у нас следующий пункт? Мы едем... Военно-морской пирс. Да, какой-то пирс. С этими, с аттракционами. Он работает до 10 вечера, сейчас уже начало 8. Так, посмотрим, что... Это единственное место, которое осталось сейчас, которое работает. Остальные там музеи все до 5. Зоопарки до 6. Очень много велосипедистов тоже. Экономят на бензине. Но крутить педали весь день тоже не сладко. Это улица Норт Кларк. Да, это улица Норт Кларк. Называется Норт Кларк. Очень много ресторанов здесь. Оу, мы пролетели поворот налево. Mm-hmm. Засмотрелись. Я тоже смотрелся просто. Город. Домино, пицца, пицца, пицца. Бери, 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 бери. И мы сюда на бери нам. Давай, мужик, давай, 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 давай. Люди ходят с красными волосами, с зелеными. Ну, наряды у всех такие.
пестрые. Так, лучше мы свет включим, а то тут слепые уже начали появляться. Ну да. Волосы у людей цветом красным, зеленым, оранжевым. О, доставка пиццы на велосипеде. Вот это? Синяя девушка поехала. Да, у нее еще сумка сзади с пиццей. Весело. В общем, после Омахи, как бы, видишь, что здесь движуха такая. В центре столько народу в парке, я в шоке была. Да. Ну что, ты бибикнул, нет? Нет, ну я не могу, блин, он передо мной. Блять, какой умный. Своими приколами город вообще. Ну здесь движение сумасшедшее, я сразу говорю, ау. Мне это что было, лежачий полицейский? Нет, там ремонтная работа какие-то шли. Что произошло сейчас? Все остановились, водители и велосипедист. Выехал один велосипедист, блин. Ему не хотелось останавливаться, он начал крутиться на перекрестке. В тот момент, когда у меня сгорела зеленая стрелка, я должен был поворачивать направо, он как бы встал на траектории моего маневра. Надо пропустить. Так он, причем он не ехал, он просто вот кругаля давал. Крутился и все. Это что, квартиры? Офисы? Квартиры. Кстати, девчонки, вы не хотите кофту одеть? А, нет уж. Наверное, надо кофту одеть уже. Вот такие апартаменты. Кирпичные. Интересно, кстати. Мне кажется, конечно, жилье здесь стоит больше, но оно стоит здесь больше и... И зарплаты больше, да? Зарплаты больше. Слушай, кстати, у меня такое чувство, что мы сейчас поедем туда, где обратно. Мы сегодня тогда, были. Туда, там же пирс был.